Подготовка образовательных учреждений к учебному году выполнена на 66%. На 2013 год на эти мероприятия выделено почти 97 миллионов рублей, из которых 47 миллионов рублей потрачено на перепрофилирование здания по улице Предельщиков по детский сад, еще 50 миллионов на ремонт в образовательных учреждениях. В рамках выделенных средств запланированы такие объемы работ, как ремонт крови в 11 образовательных учреждениях, санитарно-технические работы в 24 образовательных учреждениях, электромонтажные работы в 8 образовательных учреждениях, ремонт фасадов 15-й школы по дополнительному финансированию 21-й школы в рамках программы. Кроме того, пройдет и ремонт спален с утеплением в пристройках, подготовка тепловых узлов к отопительному сезону, переоборудование помещений и открытие новых групп в 2 детских садах, а также демонтаж сгораемой отделки в 3 детских садах и замена линолеума и общестроительные работы. Кроме средств, выделенных по программе, в образовательных учреждениях получено дополнительное финансирование 13 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на непредвиденные работы и текущие ремонты. До 8 августа все образовательные учреждения должны пройти приемку спецкомиссии. Александра Шер, Игорь Пантин, Вологда, Портал.